если тебе, например, захотелось в метро дать взрослому человеку подпопник, то можно подойти и пнуть. Если тебе захотелось пописать, то главное не в глаза взрослому дяде или тете, а так, на ногу, аки собачка. Я Лариса Гузеева, это «Давай поженимся». Добрый вечер. Сегодня у нас три жениха. Дмитрий, Павел и еще один Дмитрий. А невеста у нас Людмила. С маленькой красивой девочкой. Проходите. Людмила, 31 год. Из-за порочной связи с женатым мужчиной превратилась из первой красавицы в настоящее чудовище и осталась один на один со своей бедой. Людмила в прошлом фотомодель. Сейчас работает кредитным менеджером в банке. Гордится тем, что смогла начать жизнь с чистого листа. Мечтает переехать в Москву. Предупреждает, что избранник обязательно должен полюбить ее дочь. Людмила предвзято относится к творческим мужчинам. Ее избранник должен быть человеком земной профессии, со стабильным доходом, который мало говорит и больше делает. Мамина дочка. Не заберем мы у тебя мам. Ой, посмотри, как обнимает. Какое счастье, правда, Люд? Вот что может быть, может быть более фантастического, чем вот такой прижим ребенка к сердцу? Как зовут? Ангелина. Да. Ангелина, куколка моя. Очень даже ничего такая девушка. А самое главное, ребеночек просто. 5 баллов. Ребеночек. Отлично. Она ребенка родила после. Прикольный, да? Что с вами произошло, расскажите. Ну, как уже было сказано, что в начале своей молодости, 20 лет мне всего лишь было, 21, я встречалась с мужчиной, который был в браке. Мы любили веселиться, кататься. А веселиться в том смысле, который я понимаю? То есть накатили, повеселились такое и за руль? Такое по молодости тоже бывало. К сожалению, мы все такие, не без греха. И да. Вот один из таких вечеров случился для меня роковым. Стал, он уснул, да? За рулем? Он уснул за рулем, потому что мы выпили и ехали по домам. И он уснул за рулем. А я уже очнулась в реанимации. Помню яркий свет, да, когда ослепили нас фары. Потом я как бы знала, нас нашли друзья, знакомые. Как мне рассказали, что я была в ужасном состоянии. Уже... Скажите, пожалуйста, вы не предчувствие. Я вам рассказываю историю. Снимаюсь в Грузии у Колотозова Миши, царство ему небесное. А он такой шутник, грузин-шутник. Все время какие-то розыгрыши. Мог меня, например, я была тощая тогда, посадить на шкаф 5-метровый и уйти. Я там сижу, в роль входи. Знаешь, чтобы вот так все на нервах. Он все время шутил. И вот мы едем после съемок куда-то. Я думала, очередная шутка. Обрыв страшный, там же горы. И он прямо едет на полном ходу вот к этому обрыву. Я думала, он так же опять испытывает, сейчас тормознет. Я говорю, Миша. И вдруг он поворачивается, у него красные глаза, он уснул. Поворачивается, открывает глаза. Я говорю, ты что делаешь? И он в полметра от этого обрыва тормозит. Ребят, это страшное дело. Страшное дело. Ужасная история, конечно. Напрасно она села к синяку какому-то в машину. Вот, какой бы он там хороший, красивый не был, это бестолковый поступок абсолютно. Вот когда вы уже проснулись в реанимации, осознали вообще, что произошло? У меня такое ощущение, я вот проснулась, как будто мне уже все это рассказано было. Где я, что? Я сразу сообразила, где я нахожусь, что со мной случилось. Ну, голову потрогала. Я всегда носила длинные волосы, а тут получилось, что ежик у кого у меня. То есть вот. Я знаю, что вас сшивали, у вас на лице не было живого места, и вас сшивали, ну, как вы знали, все равно не выживете, как труп. Просто... Да, тремя стежками, как вот Фредди Крюгер, который мы видим, да? Моя девочка. А мама была рядом? Она, конечно, меня нашла, но это, знаете, эмоции. Я, и когда очнулась, она была рядом, ревела. У нас есть какие-то фотографии после аварии. Давайте посмотрим. Ну, это уже... Сколько времени прошло после полгода аварии? Прошло, ну, месяцев 5-5 года. Уже с косметикой, с прической, конечно. Людусь, скажите, а приходил ваш возлюбленный-то к вам? Вот... И что с ним было? Какая степень тяжести, увечья у него было? Да, это моя трагедия, то, что вот я была... Он лежал параллельно с вами? Нет. Или у него не царапины? У него получилось 2 маленькие царапины. Так вы же не пристегнуты, поэтому, наверное, были, да? Оба не пристегнуты. Но я разбилась сильно, а он... Вы вылетели в лобовое, да? Да, я вылетела и лицом пропахалась. Именно вот это вот я и разрезала, да, вот это себе лицом. Моя девочка.
Он к вам... Есть фотографии еще, она до, вот, до аварии какая была. А давайте посмотрим. О. Такая русская, редкая, милая. Ну, это вот как вот раз, которой красота. Я занималась моделью, да. Угу. А хорошо. Где это все происходило? Это у меня на родине, в Чайковском, где я сейчас и живу, в Пермский край. Хорошо, хорошо. Вот правда оправдываете свое имя. Людмила – это людям мила. Спасибо. Вы людям были милы. Почему не тот человек встретился? Итак, он к вам не пришел ни разу в больницу, не навестил. Он меня бросил. Я думаю, вряд ли она одобрит твою склонность к экстриму. Татьяна, у вас есть еще дети? Нет, она одна единственная. Одна единственная девочка. Предупреждали, но только честно. Я очень Или самостоятельная. По принципу, ну, что значит очень... самостоятельная? Самостоятельная – это та, которая себе построила дом, не зависит от родителей, помогает родителям, на свои деньги получила образование. А в чем самостоятельная? Чтобы самостоятельно закрыть дверь, а под утро пьяной открыть своим ключом? В чем ваша самостоятельность была? Ну вот рано начала работать, не зависеть от мамы. А да, кем вот, же вы работали? Официантом сначала. Это во сколько? В 17 лет. Вы нуждались? Почему, дочка, вместо того, чтобы учиться, да. нуждались? Мы с ней это скромно очень, жили. Да, скромно очень жили. А папа? Отец в вашей жизни присутствовал? Кто бы вот ремень мог взять, достать и сказать? Мы разошли, они развелись уже, мы жили отдельно. Ремня мне некому было Тань, дать. То есть вы не могли сказать, еще раз вернешься под утро с запахом алкоголя и сигарет, больше никуда не пойдешь? Ну как-то какие-то были методы управления? Если честно, я не было такого. Пьяную ее не видела. Я не приходила домой в таком виде. Зато понимаешь. Скромный, но сильный человек. Такой. Ну, она видишь, она там... Видишь, он некоторые руки опускает, когда он там, о, все, что мне делать больше это. А это, как бы, видишь, останавливается дальше. Не, молодец, она такая, да. Почему решили после аварии приехать в Москву? Потому что слишком были тяжелые воспоминания или другая была причина? Ну, понимаете, провинциальный город, город, не привыкший к людям, не той внешности. Сколько лет назад вы приехали в Москву? Я сразу, вот полгода прошло. Но это когда приехала. Вообще? Сколько лет назад это случилось? 10 лет назад. 10 лет назад. Вы в 21 год приезжаете в Москву и сразу находите друзей по интересам, да? Которых ваша внешность никак не пугает? Я сначала занимаюсь внешностью. Я прохожу курсы, у меня было 4 операции. Одна за другим, в перерыве я работаю. А вам оплачивала кто эти операции? Так получилось, что, в принципе, все операции у меня прошли за маленькие деньги. Даже по меркам провинции Тань, маленькие. Ну почему не нашли виновника? Почему с него хотя бы денег не взяли на операции для вашей дочери? Ну, пойди, может, сынок там был не последний, да, в этом городе? Из богатеньких? Он обеспеченный был, да, но он сам зарабатывал. Ну, чтобы, давайте это, ну, чтобы, как я поняла, договориться с этим самосвалом, который... Да, у него деньги нашел. Отстегнули, а вам чего нет? Это, наверное, мамочка, к ней чего, какие при 21 год, да. Девчонка. Давайте про ваш московский период. Откуда дочь? Прошло уже много лет спустя той аварии. Я через наши любимые соцсети, служба знакомств по переписке, познакомилась с молодым человеком. У нас закрутился роман бурный. Чем понравился? Внешность, статусный, ну... Почему вы не вместе со своим мужчиной? Так, он так решил. А когда я уже рассказала, что так получилось... В смысле, вы забеременели? В смысле, да. Он так... стал настаивать на аборте? Да, сразу. Mm-hmm. Категорично. Но так как я привыкла принимать решения сама уже с раннего возраста, я для себя решила, что все, это точно будет ребенок и мой. Независимо от того, какие... В графе прочерк, да? Такие глаза печальные у нее на самом деле. Вот с чем это связано? Ну, тебя бы бросили с ребенком. Я посмотрел, какие у тебя были бы глаза. Как вы представляете себя в новых отношениях, что чужой мужчина полюбит вашу дочку? У вас такие пожелания, даже не пожелания, а требования. Я очень бы хотела, да. Вы очень бы хотели. Что вы для этого сделаете? Все, что возможно. Я Скажите, постараюсь. Пожалуйста, вы хотите от нас помощи? Да, я пришла. Вы реально осознаете, что вам мама не додала что-то в воспитании? Та не камень в ваш огород. Просто мы хотим счастья девочке и внучке.
А почему не камень? Я бы булыжнику туда притащила бы, и чтобы она прям глядела бы на него каждый день. Ну, уже и так она все услышала. Ну, дай бог. Тань, какого зять хотите? Доброго. Доброго, чтобы спихнуть на него дочу, чтобы заботился о дочери, о внуче. Так не бывает. Павел, я думаю, ты понравишься маме. Почему? Маме нужен добрый. Она эту доброту в тебе разглядит. Лариса, Людмила говорит, вот в анкете прям читаю. Ей нужен мужчина уже готовый, как я понимаю. Она не хочет его воспитывать. Кстати, а что вы имеете в виду? Что значит воспитывать? И как воспитывать? В плане того, что... как бывает... Что нужно приходить, жене дарить подарки, цветы, помогать вечером выносить мусор, в выходные ходить в кино, с ребенком заниматься. То есть он должен прийти и все это уже сам знать, да? Вас обеспечивать, быть при этом причем добрым. Причем другой женщиной он воспитан, это так я понимаю, уже приведенная в должное состояние. Так она вам и такого не отдаст. А, кстати, а почему москвич хотите? Зацепиться за прописку? Потому что Москва для меня близка по опыту. За материальный достаток мы держимся или вам все равно? Я бы желала, но... Все, вам все равно, без вопросов. Нет, она не очень держится, судя по ее карте. Я так понимаю, что вы склонны скорее свободно, да, относиться к деньгам, к своим, не зависеть ни от кого в первую очередь. Но вам бы хотелось, чтобы у мужа были деньги и имущество. Да. Так? Ну, проходите, да. Знакомьтесь с первым женихом. Здравствуйте, Людмила. Меня зовут Дмитрий. Очень приятно познакомиться. Это вам. Пойдемте познакомиться. Дмитрий, 41 год. По образованию инженер радиорелейного оборудования. Работает начальником IT-отдела в океанариуме. Любит автомобили, природу и ночные клубы. Мечтает о карьерном росте и счастливой семье. Гордится сыновьями. Предупреждает, что стерва не его женский идеал. Первая возлюбленная Дмитрия не умела отказывать мужчинам, а вторая закрывала глаза на его измены. Но в обоих случаях отношения были обречены. Надеется, что с Людмилой он сможет обрести душевное равновесие. Дмитрий, как так случилось, что вы влюбились в барышню, неразборчивую в связях? Ну, поначалу я вообще не знал об этом. Просто это выяснялось как бы в отношениях потом уже все. А вы ее застали, ну, как говорят, со свечкой? Потом, или да. Или вам просто ее оговорили? Так нет, потом да. Ну, расскажите, как вы, ей было 19, вам 16, когда вы влюбились? Да. 3 года в этом возрасте – это огромная разница. Да. Ну, это просто она буквально тетя была в ваших глазах. Что в ней привлекло? Доступность, опыт ее? Ну, можно так сказать, то, что как бы она меня взяла в оборот. А вы знали, что она не свободная? Нет, не знал. Мне кажется, не очень хороший такой, вполне себе. Да, добрый такой. Значит, это была девица легкого поведения, так, ну, я да, понимаю, да. Мужу изменяла, вам изменяла, вы тоже в долгу не оставались, ну и гуляли себе. Вот это нам надо было сейчас, лишняя информация. Хорошо, а женились на ком и когда? А женился у меня по дому соседка была, и они с подругой, это было, ну, выходные как раз было. Они собирались на дискотеку. И меня позвали к себе, как бы, посидеть с ними, потом вместе пойти. И решили поспорить. Это я потом узнал то, что... На кто, вас, да, на грозавчика. С кем я буду. Ну, и получилось так, то, что я вот остался со своей будущей женой в тот момент. И сколько вам было годков? 17. Да, 17. Как оно 18. Хотелось жениться. Просто престарелый 19-летний. Это понятно. Не, ну мы встречались потом 2 года, а после этого женились. И двоих то... детей родили. Да, двоих детей. А зачем вы ей изменяли? Ну, узнал я тоже, как бы... Некоторые нюансы про нее. Ну, какие некоторые нюансы вы узнали, что вам позволило ей изменять?
А вашей жене прощать вам эти измены? Ну, если быть честным, то... Честным, конечно. Если быть честным, то у нас уже как бы дальше все шло, то, что, ну, жизни никакой. Ну, понятно, двое любви, детей. Любви тоже никакой. Пресс уже не тот, грудь уже не та. Да нет, нет, дело не в этом. А вам совсем мало лет, а вокруг куча девчонок, и все они доступны. Нет, мы даже в ЗАГС... А какая причина? Когда в ЗАГС пошли, мы в ЗАГС пошли назло родителям. Ее. Молодец. Молодцы. Дети, поступайте все так. Женитесь на зло родителям, потом будете здесь сидеть. А родители отговаривали вас, ссылаясь на что? Какие причины у нее? Ее родители. Ее родители. Шеня говорит, зачем тебе этот Димка раздолбай? Ну, это что-то типа того, образ жизни такой был. Не очень. А она говорит, люблю, не могу, мам. Да. Вот сейчас они смотрят телевизор и скажут, эх, дура, говорили мы тебе, ну, мам. Ну, хватит. Ну, понятно. С мальчишками видитесь? Да, каждый день. Если там двое детей, нафига ходил на сторону, блин, товарищ? Если у вас все сложится, как вы относитесь, будете относиться к тому, что Дмитрий видится с детьми практически каждый день? Ну, только честно. Давайте так, ребят, без всех этих... О, да, я даже буду нервничать, если он в один из дней вдруг не пойдет в свою бывшую семью. А почему они с нами не живут, эти дети, и ваша жена не приходит к нам в гости? Мы это слышим. Уже, там, старший сын сам к нему приезжает. Там. Ну, старший, да, после младший, армии уже они, все. Как ну, они взрослые. А, так они дядьки уже. Ну, конечно, старшему он, уже поэтому 20 лет почти. А младшему? А младшему 11. Он еще в школе. А, скажите, а вот у Людмилы маленькая куколка? Ну, детей я очень люблю, на самом то деле. То есть не будет это вас никак? Нет, учить? У меня как бы... А вам не кажется странно, девчонки, что дочка похожа на Дмитрия? Посмотрите на лицо. Да? То есть если вы какой-то... Если вы пойдете в цирк выходной, то все будут думать... Как девочка похожа на папу? Одно лицо. Хороший знак. А меня другое смущает. Вы тут такую профессию не придумали, потому что я про такую профессию не слышала. Начальник IT-отдела в океанариуме на ВВЦ. Информационная. Такая профессия есть? Информационные технологии. Для рыбок, что ли? Почему для рыбок? Океанариум, ну, это там большой... А сколько платят за такую офисную... уникальную профессию и работу? Секрет. А что секрет? Вот у нас все-таки она тут глазки-то опускает, видать, правильно смотрит нашу программу, знает, кому поддакнуть надо и произвести впечатление. Меня не проймешь. Хочет в Москве остаться. У вас что есть-то? Но про деньги на, ничего не говорите, нет, на самом профессия деле, то, странная. Что у меня было, да, допустим, по, который я дом построил, я оставил детям и жене. Второй дом я строю. А здесь снимаете квартиру, да? Да. А ничего, что если... А у вас, кстати, что? По квартире вопрос-то. Тоже снимаете? Нет. У вас своя квартира в Москве? А нет, у меня в Москве нет. Я же не в Москве. Же, послушайте, а где вы живете? В провинции, там и живу. А, вы а так и продолжаете жить. Да. Я-то думала, что вы живете в вот Москве. Вот почему москвич-то нужен. Тогда, послушайте. Нет, Людмила, тогда я ничего не понимаю. Вы родили от мужчины, когда жили в Москве? Нет, я забеременела. А... И уехали к мамке. Ну, рожать, естественно, да? Как в Москве хвост прижала, так к мамке. А сейчас хотите снова вернуться в Москву, но не в общагу, не в съемную коммуналку, с а к мужчине? Ну да, конечно. Поняла, тогда вы хитренькая. Тогда с чего это вдруг? Тогда как в фильме «Москва слезам не верь». А ты вот с мое сначала поживи в общежитии, а потом в коммуналках. Так видишь, как вы все хотите, это сразу устроится. А ты вот поживи со мной, да, поезди по городам, все это дело, пожуй пыль, и тогда в Москву. Вы знаете, что у вас три бонуса? Семейная тайна, минута наедине и скелет в шкафу. Что вы выберете? Скелет в шкафу. Скелет в шкафу. Зачем он вам нужен? У вас аэрофобия? Да. О-о-о. Мне кажется, когда, если я сяду в самолет, он обязательно упадет вместе со мной. Дорогой мой, ну сегодня есть другие средства передвижения, поэтому... Ну да, да. Ну, за океан можно и не летать. Да? Вас это пугает, что у вашего мужа может быть аэрофобия? Я его понимаю. Сама гашу в себе такое же ощущение на взлете и на посадке, да, как бы. Я его понимаю, поддерживаю. Это имеет место быть у большинства людей. Я думаю, что мы вместе справитесь, с этим справимся, да? А вы приготовили сюрприз для невесты? Да. Может быть, посмотрим? Да, конечно.
Ну, можно вас пригласить? Мне надо посмотреть в ваши глаза очень близко. Это будет танец. Медленный. Расскажите, как у вас так все происходит? Да, вот так случается. Вы слышали, да? Как бы такое стечение обстоятельств жизни. Ну, на самом деле, это как бы вы тоже вот виноваты в том, да. То, что ну, не да. надо просто быть пожестче с людьми, да. которые вот. С вами окружают вас. Мягкая, да? Да, очень мягкая. Ну так вот, если бы их не знать, то, в принципе, можно даже сказать, что они смотрятся как-то. Из-за этого как бы мне не то, что именно москвич, да, а то, что город близок, часть жизни уже провела здесь. Было пожелание высказано, что, в принципе, женихи из Москвы... А цели дочек отверну эти. Да, она уже... А вы знаете, что постарше будет вообще просто... Нет, а когда говорят, что дети сближают, что дети склеивают, дети так могут разрушить. Спасибо большое, дочка ревнует, Людмила. Вот, кстати, вопрос. Это она маленькая так ревнует, потом будет втискиваться между вами... Правильный мама, сюрприз. Мы договорились, почему мы не сделали так, чтобы я да. Попробуй подружиться. Посмотрим опыт. А спросите, почему она плачет? Мне ей было неприятно, что вы с чужим дядей танцевали? Спасибо, парни, проходите в комнату. А Дима сейчас что-то там у нас. Что-то плачет, чувствуешь? Мария, а? Чего, три? 3 года. Что, 3? 3 года все? 3. Ого, уже большая скоро будет. Скоро в сад, в сад уже ходит, скоро в школу. Я думаю, что если бы вы танцевали вместе все втроем, она бы не плакала. Спасибо большое. Но потом бы она вместе с вами спала. Я еще хочу сказать, Людмилочка, если хотите замуж, то, конечно, с ребенком нужно будет проводить и беседы задолго до того, как вы приведете мужчину в дом. Эх, дочка приревновала. Татьяна, а вам понравился Дмитрий? Понравился. Не староват, нет? Ну, уже 10 лет прекрасно. Мало ли, может, у мамы свои виды. Татьяна, а почему вы такая симпатичная женщина, не вышли замуж? Я живу с мужчиной 17 лет уже. А, то есть дедушка есть у внучки? Да. Проводит время, все? Редко. Почему? А потому что мы живем с его мамой. То есть у вас тоже куча проблем, да? Да, там другая семья. Мы в нее. А почему вот не жить бы хотя бы ради дочери? Вот? А она куда его должна деть, 17 лет прожив с мужчиной? Это так только. Ну, это мужик чужой, а это дочка одна. Кто? Нет, что, мужик давай, будет на старости лет ей стакан история. Подавать? Вот дочь будет, Роза, а не мужик. А ты когда со своим уродом жила? Ты же не думала, я же разговаривала с Ксюшей, он не нравился ни одной минуты. Вот, а я избавилась, ну, избавилась от таракана. Когда? И после шо, чего? Когда? Нет, Роза, это легко говорить. Почему? Нет, так я, извините, жила всего 3, избавилась от него. Она 17. Я все-таки детей на первое место поставила. У вас хорошие отношения? Нормально. Может у Людмилы с Дмитрием что-то получиться? Как тебе, Дмитрий? У них одинаковое эмоционально-чувственное восприятие жизни, раз, но он более свободолюбивый, чем вы. Вы более традиционны в отношениях. Плюс ко всему, он действительно человек добрый и мягкий, но бывает взрывной. Вот когда все достает, он взрывается и мало не покажется. Но у вас есть физическая совместимость. Вижу тебя даже по этому, по звездам. Знакомьтесь со следующим женихом. Приветствую. Меня зовут Павел, я люблю путешествовать, я хочу показать тебе весь мир. Павел, 39 лет, владелец собственного тренинг-центра. Любит смотреть кино, читать фантастику и обливаться холодной водой. Мечтает слетать в космос и вернуться обратно. Признается, что карьера для него всегда будет на первом месте. Предупреждает, что командовать парадом всегда будет он. Павел уверен, что был для своей возлюбленной всего лишь подстраховочным вариантом. Надеется, что для Людмилы он станет главным мужчиной в жизни. Да,
Павел, почему вы считаете, что были для своей любимой подстраховочным вариантом? Можно сделать вам маленький презент? Да, а вы делаете подарки и рассказываете. Это для вас. Спасибо большое. Такой интересный, уверенный парень. Ну, да, серьезный, как бы солидный мужчина. Так почему вы считаете, что стали для любимой подстраховочным вариантом? Ну, мы с ней когда познакомились, когда она ко мне приехала, у нас был роман примерно год, когда мы друг к другу ездили. Она пришла к вам на ваши тренинги. Да, то есть она приехала ко мне на тренинг, где-то день на четвертый, когда она вот пришла в себя, пришла ко мне за консультацией. Проконсультировали? Проконсультировала, она со мной осталась, и так всю ночь консультировали. Да. Несколько раз. Да, ей понравилось. Ну, судя по тому, что вы на долгое время были с ней. Да. А замуж звали? На тот момент я не был к этому готов. Понятно. Ну, голову-то ей морочили? Почему? Нет. Ну, то есть она подняла вопрос о браке. Это был июнь, почти через год после нашего знакомства, когда у нее начались подвижки на работе. То есть в крупной организации начались сокращения, был шанс, что ее просто сократят. Она начала беспокоиться. И тогда начала это заводить... ваше умозаключение? Это вы так решили? Нет. Она прямо вот вам говорила: я боюсь, что меня сократят, поэтому я хочу за тебя замуж. Ну, чтобы какие-то деньги были. Ну, надо быть идиотом, чтобы не связать эти два варианта. Ну, и там у нее реально пошли сокращения. Да, но вы же не побежали жениться. А? Вы же не побежали жениться на ней? Нет, потому что на тот момент я не мог ее обеспечить. Ну, немного он показывает себя так вот на показ. Ну, умеет держать себя, да. Павел о себе заявил, что у него характер диктатора, всегда за ним будет в семье последнее слово. То есть, как он скажет, так и будет. Спорить с ним бессмысленно. Все решения в семье будет принимать он. По крайней мере, честно. А давайте посмотрим, как он живет, и, может, нам в этом отношении станет понятно. Ну, давай. Ну, кстати, да. Приветствую, с вами Павел. Я хочу показать вам, как я живу. Вот это моя широкая двуспальная кровать. Я себе ее купил с нормальным жестким матрасом. Вот здесь вот магнитики из разных городов, из разных стран, в которых я бывал. В квартире, где я живу, у меня две отдельных комнаты. А вот это мое рабочее место, это мое любимое кресло, на котором я работаю. Это моя замечательная машина. Некоторое время назад, когда я ее покупал, я увидел ее потрясающий желтый цвет, и я понял, я хочу, чтобы у меня была желтая машина. Павел, а это съемная квартира? Да, съемная. Да, видно, потому что необжитая, случайная мебель, все как-то на одном. С приданым что-то у вас не айс, как говорится. А что, мне накупать шкафы, что ли? Почему я предпочитаю шкафы? Наличку. Наличку можно конвертировать во что угодно, достаточно быстро. А жене вот какое счастье будет рядом с вами? Смотрите, вы диктатор, да. Все будет, последнее слово за вами, да. Площадь у вас съемная. А какое счастье она может от вас получить? Я беру на себя полностью обеспечение семьи. То есть, с моей точки зрения, женщина не должна работать. Или она должна работать для удовольствия, нет, не для денег. А если женщина любит безделицы, женщина иногда любит тратить деньги впустую, потому что это приносит какое-то удовольствие. А вы скажете, нет, а это, мне кажется, неразумным. Я считаю, что это глупость. Но я вам приведу пример. И что ей делать? При этом она не будет работать. Я вам приведу пример, да. Что когда мы с Павлом вот пересекались в Израиле, он приезжал туда с девушкой, это было 2 года назад, и как раз девушка довольно много показывала вот безделушек, чего бы... Ну, то есть, я не увидел ни разу, чтобы Паша сказал нет, а цены в Израиле на безделушки, ну, сами Паш, понимаете. Паш, давайте так, безделушки, безделушкам безделушки – это различные бижутерия, какие-то колечки. А давайте про самое дорогое. А сейчас скажу, а самая дорогая безделушка сколько стоит? Ну, евро 300. Да ну, про вашу там какой-то не пойми кого. У нас тут невеста есть. Давайте так, по-конкретному. Раз вы готовы обеспечивать, квартиру в Москве купите? Я в Москву не буду переезжать. Как? Мне Москва не нравится. А мы в Москву хотим. Я не хочу в Москву. Кто а хочет, вы где живете? Я живу в Томске. Смотри, как она заулыбалась сразу так. Да, она уже скептически настроена, мне кажется, на поездку в Томск. А вам зачем жена? Для того, чтобы быть более счастливым человеком. Ну вот для чего? Убирал, стирал, ну, готовила. Это дело домработницы, я вас умоляю. За 1000 рублей всю квартиру вылезет. У вас вылезет. Есть домработница? Да, конечно. А что она плохо убирает у вас? Почему? Нормально убирает? Все чисто там было. Отлично убирает, просто я редко дома бываю, я чаще в путешествиях. Понятно. Любите себя в засос. Если была возможность, женились бы сами на себе. Нет, развивать щеки. И машинку любите. И в квартире все под вас, чтобы было так удобно. Это я моя думаю, жизнь. Что в вам, моей жизни Павел, все должно быть под меня. Конечно, Павел, конечно, вы зачем? Не готовы жениться, вы не осчастливите ни одну женщину. А, Татьяна, давайте так, подайте по-честному. Вы смотрите, столько настрадалось, видно. Это же не знаете, есть женщины, которые в принципе любят страдать, которые любят рядом с мужчиной, чтобы стукнул по столу, особенно в Сибири.
потому что другой жизни не знают. Потому что сами таких сыновей, мужчин, братьев растят, которые... Я сказал, и не важно, что он дебил, у него одна извилина. Ой, мой сказал, ой, мой сейчас с работы придет. Ну, я побежала, Рос. А то мой любит вот то, мой любит вот это. Я сама выросла в такой обстановке. На Урале. Культ мужчины. Мужчина ничего не делает, живет в свое удовольствие. Он будет стоять у стола, женщина ему стул принесет. Я свидетельница. Он у холодильника умрет, потому что жена должна еще подсуетиться, оттуда достать, разогреть и поставить. Я жила в такой семье. Альбин, говорил мой отчим, царство небесное, мама стелила ему кровать. Аль, воды. Аль, а стул-то где? Мама моя, в две смены учительница, тащила ему стул. Понимаешь, я вас знаю оттуда. Оттуда, как говорят в Сибири. Так что, да. Так что скажите мне, Татьяна, на кой нам вот такой вот Павел нужен женщине молодой, прилежной, которая свое уже отстрадала? Вот он сидит гоголем, это ж прям на лбу написано. Люблю себя, себя люблю, очень-очень-очень люблю себя. Правильно. Потому что самое дорогое, что у него есть, он сам говорит, это я сам и мое тогда время. Тогда скажите, да? Сегодня... Да, и заточен на карьеру, и там гори оно огнем, тогда для чего ему жена? Танечка, просто поясните. На сегодняшний день не самое плохое качество для мужчины, когда он готов брать на себя ответственность в принятии решений. Да и... она проклянет все. Да, и она проклянет все через месяц, потому что он нарисуется и в 5 утра скажет, меня не трогать, устал. Вы из командировки. Знаете, что поразительно, при всем его честолюбии, он, ему очень нужен сильный партнер. И он действительно будет дома, как ни странно, бегать на цыпочках. Да, если жениться, жениться такой, как я. Будет туалет проситься по расписанию. Больше преувеличивает, знаешь, себя там преподносит прям такой. Но вопрос-то в другом. Вопрос в том, сколько он на сегодняшний день, скажем так, зарабатывает. В сухом остатке 39 лет, одинокие, детей нет, съемная женщин комната. Нет, съемная квартира. А у вас осталось два бонуса. Свидание наедине и семейная тайна. Что вы выбираете? Семейная тайна? А мой дед был солдатом, который в 1825 году вышел на Декабристскую площадь во время восстания декабристов. Его по этапу услали в Сибирь, в село Почитанка. Это было, по-моему, 8 поколений назад. И, собственно, оттуда пошел мой род. То есть я сибиряк уже в 8-м поколении. Мне нравится Сибирь, я люблю морозы. В минус 27 в этом году, когда были жуткие морозы, и, в общем, вот весь заледенелый своей обычной бегал. Поэтому вы выглядите так молодо, без дурных привычек, судя по всему. Я не пью, я не курю, наркотики не употребляю, веду здоровый образ жизни. Молодец. А сюрприз покажете? Для сюрприза я приглашаю вас с дочерью на сцену. Можно? Интересно, что ты так хочет устроить. Ну да, хорошо, что ребенок участвует. Сладости любишь? Это подарок для Людмилы, для дочери. И теперь сейчас мы включим эту развлекалочку. Так, ой, опа, отойдем от стола. Дочка, вам торт больше интересен, чем это хорек. Ангелин, любишь играть? Да. Скажи ему что-нибудь. Скажи, я люблю играть. Давай поженимся. Подбирается через ребенка. Ее сердце. Прекрасный подарок, просто прекрасный. Вот как ребенка легко завоевать. А тортик что, посмотреть только что ли, не поесть нет можно? Нет уже здесь этих. Ну так отдайте он невесте. Молодец, спасибо большое, Павел, спасибо. И ребенку будет чем заняться, проходите. Спасибо, проходите со своим другом. Ну что, Павел? Что-то на меня закусилось. Нет, на самом деле, у нее роль такая, вот сначала на всех наехать, всех облить, всех облить и посмотреть, как они будут себя реагировать. Понравился? Да, очень интересный молодой человек. Только я не совсем уверена, что он тоже, как и я, определен, что ему нужно. Пришел сюда, чтобы попробовать что-то новое. Ну, не знаю, нужно как ему вы считаете, жена или нет. Характер важен в семейных отношениях? Или стерпится, слюбится? Или вы тоже, как провинциалка, думаете, что подстроюсь? Главное, не пьет и не курит. Нет, у меня нет такой тяги, чтобы подстроиться, стерпится, слюбится. Я считаю, что семья,
совместный быт основывается на любви. Ты будешь другим. По-любому, если ты будешь долго жить с человеком, ты по-любому изменишься под его влиянием. И по-другому быть не можешь. Естественно. Просто вот это надо было показать. Тамара, а что звезды? Они оба скорпионы, очень похожи по внутренней силе. Тем не менее, действительно, для личной жизни это будет человек очень мягкий. Для него семья и партнер – это свет. И надо сказать, мягкий что... Мягкий будет в семье? В семье, да. Да что ты говоришь? Честное слово, то есть это совершенно другое. Так зачем другое? Тогда он себя на себя вот. Наговаривает, что все будет плюс по его? Ко всему, но он очень требовательный в чувствах, он замечает каждую мелочь. Он замечает, что вы сделали не так, как вы одеты, что положили не туда. Вот, понимаете? И если она проявит к нему интерес, то может быть очень сильная страсть и физическая совместимость. Даже животное. Тогда проявляйте этот интерес. А пока знакомьтесь с третьим мужчиной. Проходите. Привет, Людмила, ты классно выглядишь. Такие у тебя классные голубые глаза. Это тебе. Спасибо. Дмитрий, 40 лет. Ведущий инженер в телекоммуникационной компании. Обожает мотоциклы, сноуборд, дайвинг и свою собаку. Гордится третьим местом по тайскому боксу в чемпионате Москвы. Мечтает купить яхту и отправиться в кругосветное путешествие. Когда Дмитрий осознал, что у него с гражданской женой уже 2 года не было интимных отношений, понял, что пора расставаться. Надеется, что Людмила его женщина. Людмила, к вам вопрос. А почему вы целуете всех мужчин? Да, вот я тоже думаю, что это она прям носить как-то. Я же задала этот вопрос. Я же приветствую. Вообще всех мужчин всегда целуете? Нет, почему? Вот да, мне тоже этот вопрос интересовал, почему она всех целует. С цветочками пришли? Да, можно вам подарить? Да, конечно, даже нужно. Лариса. Спасибо большое. Роза. Спасибо. Дима, а почему с гражданской женой пропали интимные отношения? Потом я не очень понимаю, что значит гражданская жена сожительница. Сожительница. Ну, и сколько вы с ней прожили? 8 лет. А почему расстались? Скорее всего, банальная история, то есть как бы чувства угасли. Ну, изжили отношения. Изжились отношения, ну, это да, и даже неинтересная история. Да, ну, и была, и была. Банально все. А потом у вас была женщина с ребенком. Да. Сколько ребенку было лет? Ребенку мальчику. 7 лет, мальчику. Мальчик был совершенно невменяемый, да? Мальчик был, ну, ребенок, все дети, они, в общем-то, требуют... Нет, не все дети, давайте так, тоже в прелесть впадать не станем. Я не самая главная чедолюбка на земном шаре. Есть дети отвратительные, есть дети плохо воспитанные, есть дети, которые могут расшатать любые отношения между родными, мамой и папой, а уж теми, кто только пытается войти в отношения... Ну, мне кажется, что дети, они все одинаковые. Нет, дети все добрые. Разные. Давайте так еще раз говорю. Дети просто воспитаны. Он невоспитанный. Бабушка его воспитала так, что если тебе, например, захотелось в метро дать взрослому человеку подпопник, то можно подойти и пнуть. Если тебе захотелось пописать, то главное не в глаза взрослому дяде или тете, а так, на ногу, а ты собачка. Но... Очень хорошо воспитанные мальчики. Вы говорите, что все одинаковые. Нет, ну воспитание это одно, как бы, а душа... Вы пробовали бороться, вы пробовали? Конечно. При этом душа у ребенка была, ну, наисветлейшая. Нет, ну а в каждом человеке душа прекрасна. Вы сейчас что, выгораживаете? Мы сейчас о чем с вами говорим? Мы сейчас говорим о том, что была женщина и ребенок, который... Потом перешел и на вас, и вам мог разогнаться со всей силы, ну, дать под ягодичник. Не виноват ребенок. Если женщина вставала между вами и говорила, не смей трогать, она не может я им в нем управлять. Свободу воспитываю, он должен быть таким свободным, то это одна история. Нет, нет. Если не подпускала. Она пытается ему что-то говорить, ну, как бы в мягкой форме, но он неуправляемый. Он, видать, этим ребенком не занимался. Он говорит, там... И до него им никто не занимался. Да, и до него им никто не занимался. Поэтому мальчик вырос, он, видишь, каким хулиганом. Скажите, а вы сами не местные? Ну, не москвич? Почему? А квартира да, в Москве. Да. А я просто читаю и думаю, ну надо же, у него в качестве приданого только дача и мотоцикл. И все, что ли? Что же огромная дача.
Огромная, да. А квартира? И огромный мотоцикл. Я же так очень хороший мотоцикл. Но я бы хотел, чтобы меня воспринимали не как источник там каких-то благ. А как вас воспринимать, извините? Как человека. Какого человека? Порядочный, дисциплинированный. Ладно, давайте, мне это неинтересно. Давайте я лучше на ваш дом посмотрю. Это мой пес, граф. Мы живем вместе. Так как собачка, хоть и короткошерстная, но достаточно много от нее волос, приходится убираться почти каждый день. А еще я люблю готовить. Вот результат. У меня есть 2 кубка за участие в мотосоревнованиях. Молодец. А пропишите? Мы не местные. Вопрос такой очень тонкий. Нет, не тонкого-то. Вы смотрите, у Людмилы задача переехать в Москву, хочет жить в Москве. И ей кажется, что она здесь лучше устроится, что ей Москва больше понятна, чем провинция. Ну, квартира не, как бы мне досталась по наследству от бабушки, и она мне завещала, то есть никого не прописывать. Не, ну мы это поняли, очень что хорошо. Мы претендовать не можем, потому что все это... Но все равно, а чего вам не прописать-то? Чего мы будем... Ну, потому что это было пожелание человека. Бабушка горбатилась всю жизнь на ЗЛК где-нибудь, чтобы эту однокомнатную квартиру... А он до 40 что дожил, и что он нажил, кроме бабушкиной квартиры, которая естественной смертью умерла? И что, у нее только мотоцикл один. Скажите, пожалуйста, давайте по поводу вашего байкерства поговорим. Это вы из тех, которые не дают спать приличным горожанам? Я стараюсь именно в спортивную часть Если позволите, я выскажусь. Дима на треке катается на мотоцикле, и нету безумных перемещений по городу, вот о чем вы говорите, когда тревожат соседи или кого-то. Хорошо, если жена скажет, Дим, тебе 5-й десяток. Ну, как-то хочется уже общих детей, хочется семьи. Вот и головой качает Людмила. Скажете? Конечно. Это спорт, это же спорт. Нет, он не бросит. Захочу. Никогда не бросит. Конечно, для себя, для семьи. Думаю, что хобби потихоньку пойдет на второй план. Нет, вот Тамар говорит, нет, не будет. Вы не бросите ни поездки, ни спорт, это правда. Это спорт, это приятно. Это форма его. А я за вас замуж выйду. Я как раз к 70 решила байкером стать. Не вопрос. Я вас отговаривать не буду. Роза замуж собралась. На расход. Да, да, да. Людмила, не будьте так пассивны. Если вам нравится Дмитрий, вы сейчас вправе заявить, объявить, потребовать, попросить. Соглашайтесь, мы. Может быть, вам и нравятся именно такие рисковые парни. Мы же уже с Розой женимся. Останетесь вдовой, квартира автоматом перейдет вам. Ту-ту-ту, сплюнь, что такое? А что, жизни? Что хотите-то? Ну, на квартиру я, опять же, допуская ошибку свою, да, прошлую, мне уже указали, что не претендовать. Ой, ладно, сейчас так говорит, а ты после секса с ним поговори, может, согласиться. Тогда у вас есть возможность пообщаться наедине аж целую минуту. Проходите, а мы пока с вашим другом поболтаем. Она тихая, и он тихий. И они сойдутся, они будут ходить и молчать. То есть так тоже неинтересно. Как ты относишься ко мне, к моему ребенку? Вот достаточно активно себя она тут показала. Ну, тяжело так. Мы, в принципе, незнакомые люди, там как бы не общались даже. Потому что этот ребенок это мой, да? Он часть меня, как бы. Она никуда не уйдет. Ты хочешь детей своих, да? Конечно. Вот свое это будет другое, да? Когда у тебя общее уже. Нет, ну, для меня, мне кажется, нет разницы. Хочет московскую прописку. Жених, он не сознанки. Кого-то дербанить надо. Он очень по-умному сказал. Бабушка, помирая, сказала, только ты, внучок, там не прописывай никого. Я бы, говорит, прописал с удовольствием. Но бабушки на последнее желание не могу. Не могу. Все. Вы знаете, законодательство Российской Федерации позволяет, не запрещая Диме, прописать ее у себя, и это никаких имущественных последствий не влечет. Правильно. Проходите. Но у вас еще сюрприз за вами. Небось, сейчас мотоцикл свой вытащите. Мне нужно переодеться. Давай, Сина, только скоренько. А мотоцикл дорогой у него? Очень дорогой мотоцикл. У него не один мотоцикл. А сколько? 3. А где он их хранит? В гараже у него еще гараж. И гараж есть. Ой, это хорошо, что гараж есть. Слушай, а зарабатывает он сколько?
Я думаю, что он очень достойно зарабатывает. До 100 тысяч или больше? Ну, я думаю, конечно, побольше. Кошелек должен быть общий? Или у жены, или пополам? Как? Ну, я считаю, что общая тумбочка должна быть. Ну, из которой, в принципе... А кто в эту тумбочку будет класть? Оба. Ну, вы засветите свой стабилизационный фонд, так называемый, там какой-то? Я буду открыто все делать. Открыто. Ну и дурочка, все открывать не надо. Почему? Это здорово, когда в семье согласие и ваши все понятно. Ваши деньги, наши деньги, а наши деньги, наши деньги. Жених готов у нас. Давайте посмотрим сюрприз. А ты будешь составлять брачный контракт? А там вставлять нечего. Он сам юрист. Я все по дарственным сделала. Все свое по дарственным. Если двигаться пластично, ну, есть шанс, что и с сексом у него все хорошо. Проходите в свою комнату. Что вы скажете, Людмила? Вот хотели москвича с квартирой, пожалуйста. Ларис, можно вопрос? Я вот все стеснялась задать. Для меня очень важен визуальный контакт, да? Я пыталась его установить, да, с каждым из женихов. Я хотела бы спросить, вот, ну, не постеснялась, в принципе, при нем. А вот последний, третий жених, который вот у него друг, он в паре, в браке? Не женатый? Ой, а правда? Глеб! Тебя зовут? Глеб, у вас есть женщина? У меня есть прекрасная жена, ее зовут Мария. Все, уходите, дальше неинтересно. То есть понравился вам, да? Но, во всяком случае, он интересен контакт пытался восстановить, да как бы. Вот это моя минус, то, что я интересуюсь. Это не минус, девочка, просто свободный мужчина. Вот все вот так они и выглядят, немножко зажаты, не всегда правильно одеты, потому что женщины нет, которая подсказала, как прийти. А вот женатый вот, свободный, ла-ла-ла, и все остальное. А женатые мужчины вообще очень манки и привлекательные. Да, холеные, лилейные, знает, тылы закрыты, что им еще, гуляй не хочу. Вот так и случается. Я думаю, что ее запутало количество мужчин. Все вполне себе, я считаю, достойные. Знаете, в чем ваша проблема? Слово «любовь» вы за всю программу не произнесли ни один раз. Просто не единожды. Вы хотите устроиться за счет мужчины-москвича, устроить своего ребенка, помогать маме, пока вы здесь найдете работу и так далее, и так далее. Вот каждый, наверное, заходит к себе и думает, а мне на кой? Вот если бы вы никто на ваши шрамы не обращает внимания, абсолютно этого ничего не видно. У вас такие красивые волосы, худеть спасибо. Не обязательно, не все любят сухоток. Но вы не готовы любить, у вас нет сил в организме, у вас нет, ну, может быть, только на секс, потому что молодая. А на любовь, на то, чтобы отдавать, у вас нет энергии. Поэтому вам нужно для начала, может быть, чуть-чуть подрастить девочку. Немножко по-другому начать к себе относиться и к мужчинам. Телом делать. Начать уважать мужчин. И понять, что мужчины нужны тоже для удовольствия. Вам сейчас, ну я бы, например, не посоветовала. А с кем ей тренироваться-то? Мужчина нужен. Просто любовник. Хотя бы для тренировки. Просто любовник. Ну давай мы про безнравственные вещи какие-то не будем говорить. А при чем здесь безнравственные? Значит, извините, как пописать сходить? Это нравственно? Это тоже. Ну а что теперь делать? Это потребность организма. Ну это каждая женщина сама с собой знает, как договариваться. Но замуж сегодня, Людмиле, выходить нельзя. Вы не готовы. Ну что, вы вялая абсолютно, вы вялая, уставшая, озабоченная мамаша маленькой девочки. Я о другом ни о чем больше не говорю. Ну и кому вы такая нужна? Ну, Лариса, она так правдоруб такой. Жестко, да. Дает достаточно жесткую обратную связь по всем вообще моментам. Кто понравился? Все женихи хорошие. Но вы не можете пойти к трем. Кому вы пойдете?
Нет никого. Нет. Почему? Потому что они не пойдут за мной. Откуда вы знаете? Почему? Вы просто... Почему вы так они решили? Просто, они просто скромничают. На самом деле, эти вы люди более близки вам. Но у вас еще и комплексы, к тому же. Дедушка моя, ты только до пенсии. Вот я правда говорю, почтальон дождешься, а не жениха, который тебе пенсию принесет. Вы должны пойти к кому-то из этих женихов. Димка, в третий вот или последний жених, самый перспективный. Убирай свои эти комплексы. Сейчас вон про дочь лучше об этом свою подумай. Зацепиться-то надо здесь за Москву-то. А тут твоя мама сидит, мямлит, ничего не это. Меня слушает. Пристроим, расскажу, как надо. Но ничего. Да, не любовь. Ну и что? Зато... А почему? Почему не любовь? Почему вполне. Не хотя, в принципе, может, да. И любовь. Конечно. Глядишь. Просто... Счастье-то, знаете, если вы возьмете на себя роль, я имею в виду Дмитрия последнего, роль сестры, мамы заботливой, то вам перейдет все. Он сам вам собственной рукой все отпишет, все подарит. То, зачем вы хотите приехать в Москву. Дим, я считаю, что тебе стоит попробовать. Попробовать? Почему нет? Ну да. Да даже регистрацию временную сделать можно. Дмитрий, хороший парень, сговорчивый. И что приезжали? Но только и вы должны быть для него очень приятным человеком. Ну да, обоюдно, конечно. Ну так и пойдите. Да? Да. Мы вас в любом случае поддержим, проходите. Решайте сами. В любом случае мы ваш любой выбор поддержим. За что вас возлюбленный ударил табуреткой по голове? Ну, потому что он меня ревновал. Я ударила его по руке, за что мне прилетело прямо в лицо с кулака, и я упала, потеряла сознание. Не смогла простить рукоприкладство и то, что ребенок видел. Сколько можно будет надо мной издеваться? Тебе придется терпеть меня страшно. Предлагаю всем выйти из комнаты. Давайте Людмилу поддержим. У нас нет пары, ничего страшного. Если вы тоже одиноки или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам: давай поженимся. Не отчаивайся, все будет хорошо. Я Всеволод, мне 21 год. Работаю водителем автобуса, развожу немецкий довод. Люблю готовить, фотографировать и активный отдых. Вот, ищу девушку от 20 до 30 среднего телосложения, которая будет обо мне заботиться. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте свои отклики с их номерами на сайт Первого канала.